Рубль 50 было заплатить за регистрацию, а у меня рубль 20 таких было. И что, не зарегистрировали? Я у нее детский взял, когда кинулись, да? Это сейчас кому скажешь, это... У нас все было не это, не так обычно. Это, брат говорит, давай свадьбу будем делать, только, ну, никак. На первых, когда после венчания собрали всех, кто были нищие, вот и возле храма там, слепые, хромые, там, ну, это не змея, набралось нищих, вот их первое. Угостили, да? Да, да, сидели. А еще вечером-то спином увидели. А мы вечером вышли из храма, напротив храма магазин продовольствия. Ну и пошли, Игнатьевич лежал на квартире там. Дальше с ним договориться, завтра венчание будет, как и что. Ну, после трапеза там, чтобы квартиру сняли, там одна раба Божия дала комнату, чтобы где-то мы. Ну, мы идем, 20 октября было, снежок выпал. Мы идем, так разговариваем, раз я кто-то запнулся, поднимаю, бутылка Кагора, 750 грамм, тогда называли так, не тушите, она такая. И постарше. Сургучом залитое. Оттуда. Да так делаем. На траве граблями. Интересно. Ой, находка. Да. Да. Прошли еще метров 100. Еще одна бутылка. Тоже как бы. Да.